Подготовка к работе установки регенерации масла полностью автоматизированной, модель SNM-12R. Установка на 12 колонн, производительность номинально оптимальная где-то порядка 1200-1500 литров в час по регенерации трансформаторного масла. По регенерации других масел, типа индустриалки, компрессорного вакуума, уже от этого зависит, но масло будет меньше. То есть там в районе 1 тонны в час. Так что вот так. Установка на многоразовом сорбенте. Сорбент реактивируется много раз. Восстанавливается. Как-то так. Кому интересно, обращайтесь. Можно регенерировать практически все виды масел, за исключением моторной отработки в чистом виде. Ну, а также осветлять, очищать топливо. Печное, дизельное, темное. Приводить в норму. Установки есть наличные.